не Королёв. В Слуниме в понедельник 19 августа финишировал пятый этап представительной велогонки по Белоруссии. Протяженность этапа из Беловежской пущи в наш город 144 километра, а весь путь велогонщикам предстоит преодолеть в 600 километров. После Слунима гонка финиширует в Новогрудке, рассказывает главный секретарь соревнований. Наша гонка состоит из 6 этапов, и маршруты разложены по Брестской, Гродненских областей. Первая 4 этапа мы были на территории Брестской области, в районе Пущи. Вот. И сегодня у нас 5-й этап. Мы из Пущи приезжаем в Слоним 144 километра. Какая продолжительность вообще гонки? Всего у нас 6 этапов. Почти 600 километров. 500, если быть точно, 598,5 километров. Стартовало сколько? На старте у нас было 45 участников. Это представители 12 команд и 5 стран. Страны такие, как Беларусь, конечно же, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и Марокко. Есть там слонимские участники? В сегодняшнем туре Беларуси, к сожалению, нет слонимского участника. Погода изменчива. Сегодня 32 градуса жары. Вчера был очень сильный дождь в Пуще. Вот. Но, слава богу, там сходы по техническим вопросам, кто-то простудный, то есть нет никаких травм. Ну, будем надеяться, что и дальше все будет. А сходы идти. Наши или иностранцы? Пока только наши. Кто из известных? Известных у нас это, прежде всего, Евгений Королёв, который лидирует, который в прошлом году выиграл эту гонку. И сейчас у него на плечах желтая майка лидера. Это представитель Гродненской области, нам очень приятно. Гродненцам Гродненской области, что Евгений Королёв показывает свой класс. И надеемся, что он сможет эту майку довести до Новогрудка. Наш земляк, грудненец, двукратный чемпион мира Евгений Королёк, прошлогодний победитель, в Слониме финишировал пятым и сохранил желтую майку лидера общего зачета. А вообще, во время награждения получил 3 разных майки в 3 номинациях. Не намерен уступать лидерство и на финише. Очень рады, что были болельщики на финише, поддерживали. Хорошая сложилась гонка, рабочая. Рад, что удалось удержаться лидерских минутах. И завтра последний этап, буду уже стараться довести майку и выиграть гонку. Не намерен никому отдавать? Нет, конечно. Женя, как теперь складываются международные отношения в велоспорте? Пока очень сложно. Но Олимпиада прошла, может сейчас что-то поменяется. Правила, может, какие-то ослабнут. Как и в прошлом году, в Слоним приехала и награждала победителей королева велоспорта, восьмикратная чемпионка мира, председатель Федерации велоспорта Беларуси Наталья Целинская.